Дорогие друзья, в рубрике «Простые рецепты» мы сегодня с вами готовили блюдо, которое называется «Баклажаны с овощами». Значит, я сейчас хочу вас познакомить, да, с этим блюдом. Вот это блюдо. Это баклажаны, да, преобладают у нас баклажаны, плюс сладкий перец красный, плюс специи, пожаренные в растительном масле, куркума, асафетида, черная соль, черный перец горошком. Также здесь у нас зелень петрушки. Да, зелень петрушки. Итак, всем я желаю приятного аппетита, хорошего дня и хорошего настроения. Увидимся в следующем выпуске.